Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 35 лет, всегда работал на себя, сейчас бизнес не идет, приходится рассматривать трудоустройство по найму, но ничего не нравится и никуда толком не берут. Как найти силы начать все с нуля? Собственно говоря, дело здесь не в трудностях и не в том, что что-то не получается, и даже не в том, что бизнес не идет, это, в принципе, то, что может произойти, на мой взгляд, вполне естественно. А дело как будто бы в том, да, и не в том, чтобы начинать все с нуля, хотя это, безусловно, и нелегко, пожалуй. Вот. Дело здесь в том, чтобы, во-первых, понимать и грамотно оптимизировать свои возможности, вот, четко видеть цели и видеть свои приоритеты. Вот. Поскольку вам 35 лет, то есть вы достаточно уже, получается, зрелый человек, вы сформировавшаяся личность, вот, то, на мой взгляд, вы пытаетесь работать, ну вот, знаете, пытаетесь, может быть, продвигать вот такой подход к, значит, к работе своей, вот так, как будто бы не, ну, ничего не произошло, то есть ничего не изменилось, ничего не поменялось, вот. И, на мой взгляд, это и есть проблема, что вы не считаете с тем, что у вас сейчас совсем, ну, не то же самое, что было раньше, что вы сейчас не то же самое, что были раньше, вот. Что очень много вещей изменились, что очень много вещей поменялись, что поменялись ваши возможности, ваши, значит, ну, силы изменилось все, по сути, вот. И это очень важно, ну, на мой взгляд, вот. Поэтому вам нужно учитывать те изменения, которые есть. Вот. На мой взгляд, вы в этом смысле продолжаете просто вот как-то, ну, в одну сторону действовать, да, в одну сторону двигаться и само собой у вас может, ну, может что-то не получаться, вот. Поэтому провести ревизию своих целей, вот, провести ревизию своих приоритетов, вот, провести ревизию своих, ну, своей мотивации, которая у вас есть, вот, прямо необходимо, вот. На мой взгляд, это все очень необходимо сделать.
Вот, и уже двигаться дальше, ну вот, с таким корректированным направлением. Вот. Также, вот, что бы я еще мог, наверное, сказать, вот это то, что те вещи, которые вы, значит, ну, делаете, те вещи, которые вы делали, на мой взгляд, нужно смотреть, как их делать по-другому. Потому что вот, то, что вы делали всегда, вполне возможно и закономерно, возможно, так же делать на протяжении всей жизни не получается. И, конечно, можно обвинить в этой ситуации какие-то внешние, ну, какие-то внешние факторы. Вот, можно сказать, что, ну, во всем виноваты вот какие-то, ну, какие-то внешние моменты. Вот, но я думаю, что ввиду полной бесполезности этого, ввиду того, что абсолютно бесполезно обвинять что-то во мне, да, нужно смотреть на то, что можете сделать вы. Вот, а вы можете, значит, оптимизировать свои ресурсы. Вот, вы можете обновить свои цели, вы можете рассматривать то, что вам хочется, вы можете рассматривать то, что вам нравится, вы можете рассматривать то, для чего вы хотите делать то или иное. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, да, выстраивать новую реальность своей профессиональной деятельности. Вот. А даже если это и не будет просто. Вот. Ну, а если мы говорим, например, если мы говорим о том, что может для вас сделать психолог, то как раз-таки помочь в решении вот этих вот вопрос, то есть в решении вот этих вот задач, которых я сейчас сказал. Потому что, ну, самостоятельно вам, может быть, это сделать будет сложно. Вот, ввиду того, что вы находитесь, допустим, во власти, ну, вот, каких-то привычных, ну, паттернов поведения, да, во власти привычных схем, привычных моделей, ну, поведенческих, вот, вам, вполне возможно, просто нелегко будет, вот, это все изменить, вот, и именно для этого вам нужен, на мой взгляд, психолог, который как раз-таки вот со всеми этими вещами поможет. Естественно, если вы этого хотите, то есть если вы хотите, если вы готовы, если вам это интересно, вот. А, значит, ну, заставлять вас, понятное дело, что никто не будет. Значит, вот последнее, на что я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание, это на то, что, по моему мнению, вот как мне показалось, исходя из того, что я
прочитал, да, вот у меня возникло такое ощущение, знаете, такое чувство, чувство бесцельности. Вот, то есть как будто бы у вас нет цели. Вот, то есть это чувство, это свойственно тем людям, которые долгое время куда-то двигались, они вот долгое время, значит, ну, активно старались что-то делать. Вот. Но, значит, потеряли свою цель. Вот. То есть как будто бы у вас вот ваша именно цель, да, зачем вы это делаете, для чего вы это делаете, вот как будто бы это у вас нет, как будто бы это у вас потеряно. Вот. Мотивация. То есть я вот не вижу у вас мотивации в полной мере. Не вижу у вас мотивации, значит, что-то делать. Вот. Ну, если мотивация потеряна, да, вот, то ее надо приобрести, ее надо увидеть. Вполне возможно также, что вы выгорели. Вот. Такое тоже бывает, когда человек просто выгорает, вот, потому что долгое время занимается каким-то делом, не особо смотрит, ну, вообще, вот, как ему, да, хорошо ему, ну, в этом. Вот, или очень ему хорошо в этом, то есть вот так бывает, опять же, когда человек просто вот к себе, ну, не внимательно, не в полной мере внимательно. Вот, опять же, это связано со многими факторами, вот, не все, я бы сказал, вот, не все факторы, не на все, точнее, факторы. Мы можем повлиять, вот, к сожалению, вот, то есть не все мы можем как-то вот, ну, скорректировать, да, не всем мы можем управлять, вот, и это, как это не грустно, может быть, было бы, как это не печально, может быть, было бы, да, но это, на мой взгляд, нужно учитывать. Вот. Необходимо это учитывать. Вот, если мы, опять же, хотим с этой ситуацией разобраться. То есть если мы хотим, чтобы у нас, значит, ну, что-то получилось. Если мы этого хотим, да, то вот нужно, на мой взгляд, вот как-то начать о себе заботиться. Вот. На мой взгляд, это совершенно необходимо. А мне кажется, что вы заботиться о себе не привыкли. Вот. И отсюда вполне возможно и вытекают ваши проблемы. Вот. Поэтому смотрите исключительно на то, готовы ли вы начать о себе заботиться. Если да, то вот каким образом вы готовы это делать. Вот.
На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.